дерби, петербургское дерби. Динамо Санкт-Петербург принимает Зенит. Терентьев двинулся в центр, чтобы наставить фланг для Жиркова, но как-то все это было медленно. А здесь соревнование в скорости. И красная карточка может быть. Посмотрим. Да, так оно и есть. Фол последней надежды. Убегал от Мевли. Сейчас, помните, был эпизод, когда также Новосельцева опередил Барса. Вот что такое высокая скорость. А зона вот здесь, ну, явное нарушение. Конечно, рукой хватал. И вот интрига. 10-я минута, и «Зенит» в меньшинстве. Подвел «Зенит». Удар. Ладыгин на месте. А вот, насколько я понял, Анюкову вообще категорически запрещено подключаться в атаку. О, какой момент! Надо бить! И это уже был невольный прострел. Упустили. Сейчас динамовцы момента был такой, очень похожий на голевой. Вот здесь здорово. 11 номер. Это Максим Рогов. Опытный, кстати, воспитанник «Зенита». Кулишев. Может быть, лучше было все-таки с правой ноги пробивать. Паредес. Ошибка защитника. Не успевает протолкнуть мяч сейчас Регони. Паредес. Пас на левый фланг. Штрафной будет. Удар. Мяч летел в угол. Судья не дал. Но арбитр стоял в 3 метрах. И посчитал, что нарушение. А вот здесь мне игры нет. Регони с мячом. Он в штрафной площадке. Одного обыграл. И удар по воротам. Мяч попадает в сетку. Но с другой стороны. Про него, когда он приезжал, мы все узнавали о его характеристике игровой, да, и все говорили, аргентинские журналисты, что он играет и левый, и правый. Ох ты, как здорово, Рогов-то! Возможность заявить о себе. Он привел аналогию, помните, как Тосно, ох, какой выход к воротам! И мяч влетает, влетает в ворота! 32-й номер, Кулишев! Кулишев, вот Точилин провел аналогию с московским «Спартаком» и Тосно. Как Тосно однажды в Кубке обыграл «Спартак» и прославился. И сейчас, ведь защитник был рядом. Сейчас мы разберемся в этом эпизоде. 1-0, «Динамо» повело в счете. Кулишев, ну вот мы говорили о нем хорошо, да, Богдан? Богданов, Павел, вы говорили хорошо. Да, о нем говорили хорошо. А офсайда сейчас... нет. Жирков опаздывает. Жирков подключался. Сейчас Полос должен закрывать голову зону. Но Полос возвратился назад. Вот он встречает. Вернее, провожает взглядом. Выход 1-1. Удар и гол! 2-0! Да, и сейчас опять, конечно, явная ошибка. Но дело не в ошибках. Давайте говорить про мастерство Барсова. Молодец, парень! Просто молодец, как он хорошо сыграл. Началось с того, что Полос не вступил в борьбу, а просто обозначил. Ну и Точилин, мне кажется, глаза увлажнились, нет? Нет. Я, ну, поздравим его, ну потрясающе, 2-0 «Динамо» впереди. Все очень сильно радовались, и на скамейке в том числе. Единственный, кто сохранял спокойствие, это был Точилин. А сейчас Манчини обращается к своим футболистам. Кузяев хорошо перехватил. Нобуа. Паредес, это удар по воротам. Гол! Леандро Паредес. И казалось, Денис Книга достал этот мяч. Но что такое мощный удар? 1-2. Сделана одна замена и один мяч отыгран. Но отыграл его Паредес.
Павел, вот нет такого ощущения, что в единоборствах в первом тайме очень много сил отдали. Да, и сейчас вот даже в этой атаке видно, как они тяжело возвращаются назад. Ригони по штрафную, Полос, удар, гол! 2-2! Вот это дерби! Это дерби! Вот вам Петербург подарил зрелище, уважаемые телезрители. Санкт-Петербург забил Дмитрий Полос, номер 7. Ригони делает все очень четко, сбрасывает мяч, и Полос, ну, здесь уже вратарь бессилен. Кузяев вошел уже в штрафную, пас Ригони, Паредос бьет, и мяч летел в створ ворот уже левой ногой. Аплодисменты за удар. Ну и книга среагировал. Кузяев. Пас. Проиграл сейчас борьбу книга. И удар по воротам. Но затем книга успел ногу поставить. Вратарь сейчас показывает, что его неправильно атаковали. Но голкипер с ним не согласен. Молодец. О, Копленко. Аплодисменты ему в падении. Как вратарь сыграл. Головой отбил мяч. Один в один. Ну, давай. Себастьян Дриуси. Ригони, пас Дриуси. Удар! И зачем же так сильно бить? Такая двухходовка сейчас была великолепная. Ну, зачем так сильно? Вышел уже один на один. Еще раз смотрите. Пас какой прекрасный. Кузяев ведет борьбу. Кузяев, надо бить. Удар. Рядом со штангой мяч пролетает. 2-2. Ничья. Подача. Удар. Еще удар. Угловой. Ну и сейчас Бородин. Да, давайте посмотрим. Зона техническая. Где же были защитники? Цвейба. Не будем забывать, Зенит в меньшинстве. По за спину. Пенальти. Да, пенальти. Все-таки защитник сейчас. Ну, во-первых, не вышел почему-то Ладыгин навстречу. Что мог он спокойно делать? Раньше он выбегал. И защитник проиграл в скорости и нарушил правила. Опять же Барсов. Он удалил с поля. Кстати говоря, красная карточка должна быть. Еще одна для «Зенита». Да, на газоне сейчас. А желтая карточка. Ну почему же желтая, если выход-то был к воротам один на один? Кулишев, судя по всему. Итак. Удар. 3-2, Динамо впереди. Кулишев очень четко сейчас, обманув вратаря. Дубль. Да, второй мяч в этом матче Кулишева. Кузяев опередил Кириенко. Вот он с мячом продолжает идти вперед. Дзюба. Терентьев. Уже он штрафной. Удар в ближний угол. Финальный свисток. 3-2. Поздравляем «Динамо». Они вышли в 1/8. Олимп. Кубок.